Славянском районе прошел выпускной бал. В этом году со школой навсегда простились почти 500 одиннадцатиклассников. Для них на театральной площади была подготовлена большая развлекательная программа. О самых ярких моментах праздника смотрите в следующем материале выпуска. Казалось, только вчера всех этих красивых мальчишек и девчонок родители привели в первый класс. Вместе с ними переживали их первые успехи и неудачи. Но вот 11 лет школы незаметно пролетели. Дети выросли и повзрослели. И сегодня они делают свой первый шаг в самостоятельную жизнь. Я привела внучку. Она ученица 17-й школы. Матынова Соня, медалист. Настолько все хорошо в этой школе было моему ребенку, и настолько сегодня вроде и тепло, и в то же время грустно, что уже наши дети так быстро выросли, вступают во взрослую жизнь, вылетают, как белые голуби. И я надеюсь, что наши дети в сегодняшний день порадовали и порадуют не только нас, родителей, дедушек, бабушек, но и порадуют наш район. Эмоции, конечно, очень праздничные, такие необычные. Гордость, прежде всего. Я с племянницей, крестницей. Вот Соня, она училась в 4-й школе, заканчивает 11-й класс. Звезда у нас. Вот. Ну, в общем, очень приятно, конечно. Так все организовано, красиво, все здорово, празднично. И главное, чтобы им всем это запомнилось на всю жизнь. Сегодня выпускается мой сын. 11 лет он проучился в школе. Слава Богу, благополучно сдал экзамены, ЕГЭ. Надеемся на удачное поступление. Хочется выразить огромную благодарность учителям, которые готовили непосредственно в школе номер 25. Екатерине Геннадьевне, учительнице математики, конечно, администрации школы, ну и всем выпускникам благополучно поступить в вузы, найти себя в жизни. Калейдоскоп эмоций испытывают и сами виновники торжества. Выпускной бал – это особенный для каждого из них день. День прощания с беззаботным детством и начало взрослой самостоятельной жизни. Все замечательно. Ну, очень рады, что этот день настал. Вот, шариками ждем. Рад, что я выпускаюсь. Конечно, буду скучать по своим одноклассникам, учителям. Я бы хотел пожелать своим одноклассникам, в первую очередь, чтобы они поступили куда хотели. Счастья, здоровья, чтобы у них все было хорошо. Я испытываю огромную палитру чувств и эмоций. Я очень рада, что я уже заканчиваю, но в то же время мне очень грустно, что я прощаюсь с такими замечательными людьми, с которыми меня свела судьба. Чувства, наверное, сейчас все перемешались, потому что начинаешь осознавать то, что сейчас этот переломный момент наступает, когда ты из ребенка, который 11 лет учился в школе, до этого ходил в детский сад и вот так вот резко идет во взрослую жизнь, уезжая в другой город. Поэтому каких-то однозначных чувств нету. По дороге знаний все 11 лет этих прекрасных юношей и девушек вели их учителя. Для них это тоже волнительный день. Сегодня им придется расстаться с теми, с кем было пережито немало ярких и трудных моментов, кто стал уже родным и близким, в кого было вложено столько сил и души, со своими учениками. Дети самые лучшие. Это мой первый выпуск вообще, как бы в моей карьере. Самые любимые дети, самые умные, самые красивые, самые любимые дети. Что бы вы им хотели пожелать? Пожелать, конечно, во-первых, поступить, куда они хотят, чтобы сбылись все их мечты, ну и, конечно, здоровья, чтобы они действительно потянули все это. Как руководитель я выпускаю в этом году 17-й раз 11-е классы. Но, поверьте, я абсолютно уверена, и вот все присутствующие здесь, что волнение тоже, что было, когда я выпускала первый выпуск, став руководителем. Потому что вот эти лица, в которых и тревога, и радость, и надежда, понимаете, они как-то и вдохновляют. Вот вы заметьте, ведь учителя не старятся долго, потому что они находятся рядом с детьми, рядом с этой красотой. И поэтому я уверена, что сегодняшний выпускной бал и городской, районный, и школьные баллы будут такими, что детям запомнится на всю жизнь.
Выпускной бал – это особенный день. День, когда одноклассники, учителя и родители еще рядом, вместе с выпускниками. Но уже завтра страница школьной жизни будет перевернута и начнется новая глава. А пока от выпускников звучат слова признательности и благодарности тем, кто все 11 лет был рядом, помогал, поддерживал, советовал. Я хотела бы поблагодарить родителей, учителей, конечно же, за то, что воспитали, учителя дали образование в жизнь, проводили. Родителям и учителям, потому что они верили, поддерживали и готовили нас. Благодаря профессионализму и самоотдаче учителей, поддержке и настойчивости родителей, собственной целеустремленности, в этом году около 50 ребят стали обладателями золотых медалей. Вместе с выпускниками, добившихся значимых результатов сдачи единого государственного экзамена, они первыми вступили на театральную площадь, открыв праздничное шествие выпускников 2018 года. Виновников торжества встречали родители, педагоги и почетные гости, глава Славянского района Роман Синеговский, председатель районного совета Григорий Литовко, начальник управления образования Олег Синтищев, настоятель Свято-Успенского храма отец Максим. Дорогие выпускники, мы сегодня вас по сути провожаем взрослую жизнь. Впереди у вас выбор профессии. Я знаю, уверен, что у вас все получится. Вы станете успешными, благополучными и, главное, счастливыми людьми. Я желаю вам найти себя в этом непростом мире, в этой непростой жизни. Не бойтесь трудностей, дерзайте, побеждайте, будьте лучше всех. Дорогие учителя, спасибо вам за огромный труд, за мудрость и верность профессии. Уважаемые родители, я хочу, чтобы ваши дети были здоровы и счастливы. Верьте в их, и у них все получится. Есть такая поговорка: где родился, там и пригодился. Я бы хотел, чтобы наши выпускники вернули Славянский район и поучаствовали в социально-экономическом развитии. Я уверен, что у вас тоже все получится, и вы будете на высоте. В добрый путь, дорогие друзья! За особые успехи в учении 48 выпускников были приглашены пройти по звездной дорожке и зажечь собственную именную звезду, которая оставит след на небосклоне достижений Славянского района. Аплодисменты Соловых Маргарита! Щурова Яна! Под аплодисменты учителей, родителей и одноклассников отличники прошли круг почета, а после выпустили в небо воздушные шары. Самым ярким и незабываемым моментом праздника стал танцевальный флешмоб, подготовленный выпускниками из нескольких музыкальных композиций. После завершения официальной части праздника для выпускников началась дискотека. Перед ребятами выступила ростовская кавер-группа «Дэнди». Холодный день и за что усилился сто крат. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лапушок, а я не твой Андрейка. Что у любви все вместе? Артисты зажигали по полной, выпускники ничуть им не уступали. В общем, все веселились от души. Bye.
после зажигательную группу «Дэнди» на сцене сменили не менее зажигательные артистки из Севастополя. Закончился вечер грандиозным праздничным салютом. В добрый путь, выпускники 2018 года. Анна Монастыренко, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».